Здравствуйте. Задумывались ли вы, почему в наш век высокоразвитых технологий люди все больше верят в мистику? Человек покоряет Вселенную, но не может справиться с собственными страхами перед неизведанным. Я, Виктор Вершбицкий, готов приоткрыть вам завесу потустороннего мира. Ведь мистические истории – это зеркало нашей реальности. Смотрите сегодня в программе. Клофелинщица в поисках нового клиента сама чуть не стала жертвой черного мага. Не рассчитав дозу, девушка его убивает, но спасется ли она тем самым от его преследований? Женщина, находясь на кладбище, в сердцах попросила ускорить свою смерть. Она и не думала, что ее слова кто-то услышит и примет как руководство к действию. Сможет ли после этого старушка спасти свою жизнь? Говорят, лучшая защита от черной магии – никогда не обращаться к ней. К сожалению, героиня нашей следующей истории слишком поздно поняла эту простую истину и, сама того не желая, разбудила магический вулкан темных сил. Кристина, 25 лет. Классическая воровка-клофелинщица. В погоне за наживой стала жертвой собственной алчности. Кристина очень любила деньги. Вот только зарабатывать их, как все, ей было совсем неинтересно. Поэтому девушка выбрала себе не совсем обычную профессию. Ей нравилось называть это охотой. И к каждому выходу девушка готовилась очень тщательно. Каждый раз новый образ. Яркий макияж, парик и немного женского обаяния. Оставалось правильно выбрать жертву. Но с этим у Кристины никогда не было проблем. Одинокий, скучающий, богатый – такого мужчину она чуяла издалека. А дальше дело техники. Заставить клиента обратить на себя внимание и пригласить за свой столик существовала масса способов. И Кристина всегда безошибочно определяла, какой из них сработает на этот раз. А когда рыбка попадалась на крючок, Кристине оставалось улучшить момент и пустить в ход свое главное оружие – клофелин. Оставалось только дождаться, пока жертва почувствует себя плохо и окончательно отключится. Пара минут – и дело в шляпе. Настоящий профессионал. Вот клофелин – это довольно старый препарат, ему уже десятилетия. Вот хорошо известный. И последствия его передозировки знают многие люди, которые пытались с помощью клофелина контролировать свое артериальное давление. Это мощный гипотензивный препарат. Вот. Также клофелин хорошо известен в криминальном мире и в мире, который призван защищать и помогать. Я в свое время, работая в реанимации, сталкивался с тем, как люди попадают в состояние коллапса, в реанимацию, где буквально спасают их жизнь, будучи отравлены клофелином. Этим вечером ее ждало необычное знакомство. Сидя за стойкой бара в полной боевой экипировке, Кристина поняла, что за ней кто-то с интересом наблюдает. На пальце незнакомца призывно сверкал дорогой старинный перстень. Неужели клиент сам шел к ней в руки? Девушка встретилась взглядом с импозантным мужчиной и поняла, что он явно не прочь познакомиться. Представился Германом. Кристина не могла поверить своей удаче. Она нутром чуяла. Здесь пахнет большими деньгами. Старинный перстень завораживал Кристину. Ей не терпелось как можно скорее заполучить эту вещицу. Но, как назло, Герман не собирался никуда отлучаться. А наоборот, предложил продолжить вечер у него дома.
квартире у Германа царила мрачная, необычная атмосфера. Девушке было немного не по себе. Чутьем профессиональной воровки она понимала, что дело слишком затягивается. Как только жертва удалилась, девушка подсыпала ему в бокал дозу клофелина. Теперь она могла быть уверена в успехе своего дела. Оставалось заставить жертву выпить и подождать всего несколько минут. Кристина с напряжением приглядывалась к движениям Германа, но ничего не происходило. Совсем ничего. Такое в ее практике было впервые. Двойная доза клофелина должна была свалить с ног даже слона. И Кристина ждала этого эффекта, ведь интим не входил в ее планы. Но засыпать Герман, кажется, не собирался. Чтобы отвлечь жертву от своей персоны и потянуть время, девушка попросила показать ей обещанную коллекцию антикварных вещей. Кристина и подозревать не могла, что никакого антиквариата и в помине нет. Ведь Герман был не просто коллекционером. Он был чернокнижником, темным магом. И в этот вечер Кристина должна была стать его жертвой для очередного кровавого ритуала. Но его замыслу не суждено было осуществиться. Лошадиная доза клофелина все-таки подействовала. Кристина быстро обшарила его карманы. Денег при себе у колдуна не было. Профессиональным взглядом она осмотрелась. Эта шкатулка с драгоценностями могла стать достойным искуплением ее переживаний. Кристина собралась было уходить, но вспомнила про старинный перстень. Как только ей удалось заполучить перстень, девушка спешно покинула мрачное жилище. Любые перстни, одетые на мага, на чернокнижников, тем более, они имеют свою силу, они имеют свое значение. Зачастую эти перстни имеют свою колоссальную историю. Очень много перстней передается от мага к магу. Очень много перстней передается из поколения в поколение. И вы в 99% случаев не справитесь с той силой, которая находится в перстне. Вот такие вещи, как амулеты, кольца, особенно кольца. Потому что кольца перекрывают определенные энергетические каналы. Они на себя очень много напитывают определенной энергии. Кроме всего прочего, как правило, эти все кольца и украшения, они являются артефактами. Это не просто красивая безделушечка в себе, да? Это магический, скажем так, амулет. Это знак силы определенный. Это вообще руками трогать нельзя. Следующим утром Кристина решила пройтись по магазинам. Вчерашние переживания выливались в рассеянность, и девушка злилась на себя за подобные эмоции. Как вдруг она посмотрела перед собой и увидела проходящего мимо Германа. Перепуганная Кристина бросилась бежать, подальше от неприятностей, ведь Герман мог ее узнать. Девушка свернула в парк, но здесь ее ждала новая неприятность. У туфли вдруг отвалился каблук. Если бы Кристина верила в приметы, то явно бы распознала в этом тайный знак. А так девушка попросту чертыхнулась и решила проблему кардинально. Разобравшись с обувью, Кристина подняла взгляд и снова увидела приближающегося Германа. Она поняла, что на этот раз сбежать у нее не получится. В панике девушка попыталась спрятаться за газетой, в надежде, что он ее не узнает. Казалось, Кристине снова повезло. Герман прошел мимо. Девушка вгляделась в газетный разворот повнимательнее и обомлела. Скандальное убийство антиквара. Значит, она его убила. Но кого же тогда она видела сегодня? На самом деле, многие люди, которые занимаются криминальными историями, они достаточно боятся мистики.
Они боятся того, что может их наказать. Обокрасть простого гражданина легко. Убить легко, простого гражданина тяжело и опасно, и неморально. Но убить черного мага? Наверное, это уже было то запределье, с которым психика нашей девушки не справилась. Людей, которые занимаются любыми эзотерическими знаниями, там, науками, практиками, уж тем более, вот, трогать нельзя в принципе. Потому что им даже делать ничего не надо, они могут плохо подумать, и вообще за них могут вступиться высшие силы и нанести обидчику непоправимый вред, вплоть до летального исхода. Кристина знала, единственным человеком, который примет ее, не задавая лишних вопросов, была сестра ее покойной бабки, тетя Варвара. В этой глухой деревне ей, казалось, нечего было бояться. Главное – отсидеться, пока улягутся страсти вокруг убийства Германа, а там уже будет видно. Ближе к вечеру Кристина совсем успокоилась. И ее стал напрягать провинциальный уклад жизни и излишняя опека тетки Вари. Бабуля все время ее дергала со своими поручениями. Вот и сейчас, на ночь глядя, ей приспичило отнести яйца в чулан. Вдруг Кристина заметила, что они с бабушкой дома не одни. Она увидела какое-то странное движение в комнате, как будто мелькала чья-то тень. Девушка насторожилась. В комнате начал мигать свет. Все помещение от пола до потолка стремительно покрывалось чьими-то грязными следами. Как будто кто-то невидимый с нечеловеческой скоростью перемещался в пространстве. Бабушка списала истерику внучке на переутомление и отправила ее спать. Немного успокоившись, Кристина задремала, но сон ее был неспокойным. Девушка проснулась от мощных раскатов грома. Она явно ощущала чье-то присутствие в комнате. Мертвый Герман пришел, чтобы расквитаться с ней и забрать свое. Кристина готова была отдать ему все, но мертвому магу нужен был только его перстень. Когда она взяла это кольцо без разрешения, без спросу, обманным путем, она подключила к себе, то есть она установила неразрывную связь, неразрывный мостик между собой и другим человеком. Просто, знаете, такая нить Ариадны. Все, он ее теперь может найти где угодно. А тем более он умер, ему вообще теперь легко, потому что он не связан никакими физическими рамками. Человек погиб от передозировки. А дальше к этому, мне кажется, примешивается изрядная доля различной мистики. Я думаю, что эта кара в виде собственной совести ее догнала здесь. И у нее появился бред преследования, бред наказания. Скажите, а что должно приходить по ночам к девушке, которая убила черного мага, как не привидение этого же мага? Ну, было бы странно, если бы по ночам к ней приходили мысли о романтических свиданиях, да, и о безнаказанной, счастливой будущей жизни на островах. Конечно же, она боялась. Она панически боялась. И когда человек боится, то его подсознание рисует различные истории. Потому что есть силы, с которыми она не могла справиться. Ни законом, ни клофелином, ничем. Тетя Варвара отпаивала внучку чаем, пока та сбивчиво рассказывала ей о своих кошмарах. Кристина указала ей на свое кольцо. Может, это все из-за него? Бабушка коснулась перстня, ее как обухом по голове ударили. Перед глазами тети Варвары стремительно пронеслась вся цепь событий последних дней. Бабушка была шокирована поступком Кристины. Мало того, что она воровка и убийца, так еще и связалась с чернокнижником. Женщина достала старинную книгу и указала внучке на древнее изображение этого кольца.
Этот перстень не просто украшение. Это магический артефакт темного мага, неразрывно связанный с хозяином. Пока Кристина от него не избавится, Герман всегда будет преследовать ее. Взять у человека кольцо, тем более с черным камнем, тем более у мага, это же вообще страшная вещь. Она совершила убийство. Естественно, его душа была неспокойна, и она охотилась за своим перстнем и за девушкой. Я не думаю, что он хотел ее просто убить. Это было бы для него слишком просто. Ему для начала нужно было, чтобы она пострадала, чтобы она вернула ему перстень, а потом умерла. И хотя девушка не очень-то верила в Бога, сейчас она была готова на все, лишь бы Герман оставил ее в покое. Она рыдала и умоляла священника помочь ей избавиться от проклятого кольца. Священник взглянул на перстень. Он светился потусторонним блеском. Устыдившись, Кристина опустила взгляд в пол. Да что за чертовщина? Девушка с опаской подняла взгляд выше. Вместо батюшки перед ней стоял чернокнижник. Она видит в церкви вместо священника этого человека, потому что она к церкви не имеет никакого отношения. Для того, чтобы церковь защищала человека, он должен покаяться и соблюдать все правила. Там их очень много. Там надо поститься, молиться, там спать, там не спать, там есть, там не есть. То есть соблюдать. Для того, чтобы тебя кто-то защищал, ты должен принять условия того, под чью защиту ты становишься. Дьявол просто так человека не отпускает. И когда человек приходит в храм, там человека еще дьявол может преследовать. Могут быть какие-то и галлюцинации, и видения, вызванные демоническими силами. Известны случаи, когда некоторым святым дьявол даже в алтаре являлся. Но это происходит постольку, поскольку Господь попускает. Для чего попускает? Ну, жизнь уже показывает. Но, во всяком случае, нельзя таких вещей бояться, нельзя пугаться. Нужно просто об этом сказать священнику и ни в коем случае не уходить из храма. Потому что иногда люди, подвергнувшись испытаниям вот этой духовной борьбе с демонами в храме, они уходят из храма. А, собственно, это и дьяволу нужно. В панике Кристина выбежала из церкви. Она все пыталась снять кольцо, но оно будто срослось с ней. Вдруг девушка увидела, как к ней стремительно приближается разгневанный Герман. Колдун был полон решимости вернуть свой артефакт любой ценой. И Кристина понимала, если для этого потребуется ее убить, он это сделает. Кристина пришла в себя уже на кладбище, но сил сопротивляться у нее уже не было. Герман тащил ее за ноги к свежевырытой могиле. Оказалось, колдун подготовил все заранее. Только на краю могилы Герману удалось вернуть свой колдовской артефакт. Торжествующе ухмыльнувшись и воздав хвалу сатане, Герман воссоединился со своим магическим кольцом и начал закапывать бездыханную Кристину. Земля падала на ее тело горсть за горстью. Казалось, заблудшую девушку уже не спасти. Тетка Варвара подоспела как раз вовремя. Она чувствовала, что внучка попала в беду и ринулась на ее поиски. Храбрая бабушка искала свою внучку с освященным крестом, не менее древним, чем артефакт Германа. Именно он помог уменьшить силу мага и подготовить магический ритуал. Кристина и не подозревала, насколько глубокими магическими знаниями обладает ее бабушка, но была ей безумно благодарна. Кристина раскаялась в своих грехах. Но грех убийства отмолить не так просто. Но она упала бы в могилочку и там бы умерла, если бы бабушка не мешала. Он бы ее благополучно бы туда затащил, положил бы и закопал бы. Ну,
грубо говоря, энергетически. А так, на физическом уровне, ну, утречком бы люди шли куда-нибудь на вечернюю, на утреннюю подойку через кладбище и увидели бы в могилочке поломанного человека, который случайно туда упал и случайно поломал шею или умер от ужаса от разрыва сердца. Все. По совету бабушки Варвары Кристина решила принять постриг и уйти в монастырь. Но девушке никогда не забыть свое прошлое. Шрам от адского перстня будет всегда напоминать ей о ее прежней беспутной жизни. Тетя Варвара обещала навещать и не забывать Кристину, молиться за спасение ее души. Бабушка простила свою внучку, а значит, и Бог когда-нибудь простит. Она пытается убежать за стены монастыря. Она мощно психологически регрессирует. Регрессирует, по сути, в такого беспомощного ребенка, которому нужна защита, забота и жесткие, четкие, понятные наставления. Нужен кто-то, кто буквально взял бы ее на перевоспитание. Она находит для себя монастырь, и, возможно, в ее случае это ей поможет. Уход в монастырь – это не уход от проблем и не уход от себя. Это как раз-таки возможность человеку изменить свою жизнь таким образом, чтобы честно сказать, кто я есть на самом деле, честно увидеть все свои недостатки и идти путем борьбы с этими недостатками. Если человек именно с этой мыслью приходит в монастырь, то монастырь принесет ему пользу. Если же человек думает, что таким образом он просто избежит всех жизненных проблем, ну, от себя никуда не уйдешь. И, к сожалению, бывает так, что люди, приходя в монастырь, потом уходят оттуда или же ведут там неподобающий образ жизни. Именно потому, что они неправильно понимают сущность монашеской жизни и неправильно понимают и не могут воспринять ту благодать, которую дает Господь в монашестве человеку. Надо же когда-то замаливать грехи и идти в монастырь. Если не в реальный, то, наверное, в монастырь своей души, когда человек должен остановиться и подумать, я действительно хочу дальше идти той дорогой, по которой шел до этого. В жизни каждого человека наступает момент, когда стоит остановиться и задуматься. Куда ты идешь? Надеюсь, Кристина найдет в монастыре тот покой, о котором так давно мечтала. И ее искреннее покаяние будет принято высшими силами. Люди часто произносят слова, не задумываясь над их значением. Клянут свою судьбу, выражают недовольство своей жизнью. Но готовы ли они к тому, что однажды эти слова могут стать реальностью? Галина Петровна, 68 лет, своими неосторожными словами прогневала высшие силы и разбудила духа кладбища. Галина Петровна уже много лет жила одна. Каждый год в родительскую субботу она навещала могилу любимой бабушки. Обычно Галина приходила одна, но в этот раз позвала с собой соседку – Тамару. Женщины убрали могилку и, как водится, сели поминать усопших. Тамара принесла с собой самогон, и Галина Петровна, немного захмелев, не выдержала, разрыдалась от тоски по давно ушедшим близким. В сердцах женщина возвела очи к небу и попросила: «Господи, забери и меня!» Соседка дружески пожурила Галину, мол, что же ты, глупая, у Бога-то такое просишь? Грех-то какой так говорить! Но слово не воробей, Галину Петровну уже услышали кладбищенские демоны.
Когда эти две пожилые женщины пришли на кладбище, они должны были молиться, а не пить спиртное. Потому что распивание спиртного – это, в общем-то, языческий обычай, и он оскверняет память усопших на самом деле. А находясь в таком состоянии, вот как бы осквернение этой памяти и некоего безумия, могла эта женщина навлечь на себя воздействие демонических сил. Программирование. Человек все время себя программирует. Знаете, если бы те усилия, которые он тратит на программирование на плохое, он хотя бы чуть-чуть потратил программирование на хорошее, все бы было намного проще. Потому что «забери меня, матенька земля» сказать очень легко, жить с этим трудно. Потому что подсознательно ты помнишь, ты дал себе программу на самоуничтожение. Ты дал себе программу на саморазрушение. И потом человек просто начинает бороться с этой программой. Ночью Галина Петровна спала неспокойно. Ей снились ее давно умершие родственники. Прабабушки, прадедушки, тетки, двоюродные бабки. Они ушли из жизни так давно, что женщина и помнила-то их только по фотографиям. Женщина была суеверна и углядела в этом нехороший знак. Ей стало как-то нервно и тревожно. Галина Петровна решила зажечь церковную свечу. Так-то оно спокойнее. Но у женщины продолжала сосать под ложечкой. Для пущего спокойствия она перекрестилась на икону, окропила себя и комнату святой водой. От греха подальше. Хотела выйти в сени, но передумала, зябко было, на том и вернулась в постель. Но спокойно поспать Галине Петровне так и не удалось. Только задремав, она буквально подскочила в постели от испуга. Удары в дверь были настолько мощные, что весь дом ходил ходуном. Женщина попыталась включить свет, лампочку закоротила. Попыталась зажечь церковную свечку, она все гасла и гасла. Галина Петровна настолько обезумела от страха, что начала креститься и причитать единственную молитву, которая вертелась на языке. «Господи, спаси и сохрани! Господи, спаси и сохрани!» И тут все мигом прекратилось, как будто ничего и не было. В возрасте около 70 лет человек переживает кризис. Еще один свой возрастной кризис, еще один этап на пути к своему уходу из этого мира, на пути к своей смерти. Вот около 70 лет, после 70, человек начинает более остро чувствовать приближение своей смерти. Он как будто чувствует, что земля его зовет. Но задача, когда человек переживает такой кризис, как-то справиться со своей тревогой. У разных народов, в разных культурах есть свои какие-то ритуалы, чего нужно делать и чего надо не делать, чтобы как-то смерть в дом не позвать. Наш мозг проверяет нас на готовность к чему-либо. Например, когда, желая быть искренне на кладбище, женщина произнесла, что она хочет лечь в эту же могилу, то ночью, наверное, ей ее подсознание дало выбор, ты действительно этого хочешь или нет. И тогда у женщины была возможность подумать и увидеть в видениях реальную картину того, что она сама себе нажелала. Едва рассвело, Галина вызвала участкового. Женщине так и не удалось уснуть прошлой ночью. Она не упустила ни единой подробности. Но вот что странно. И дверной косяк, и штукатурка на потолке были целы. Даже паутина осталась на месте.
Участковый слушал и снисходительно качал головой. Видать, у бабули разыгралось воображение. Поди, какой-нибудь местный перебрал лишнего, да и перепутал дверь. Но тут участковый заметил, что влез в свежую грязь в сенях и изрядно наследил в комнате. Ну что ж, хоть какая-то улика. Он решил отвезти грязь на экспертизу. Не зря же приезжал, еще отчет по вызову писать. Участковый предупредил, что результатов ждать с неделю, не меньше. Галина Петровна просила сделать экспертизу побыстрее, ведь не дай бог еще раз такое пережить. Галина Петровна поняла, что скорой помощи от стража порядка не дождется, и решила уехать подальше от дома, в соседнее село, к младшей сестре. Тамара пришла проводить подругу. Она очень расстроилась из-за отъезда Галины, ведь теперь и посплетничать будет не с кем, и чаю вечером попить. Женщина отдала соседке ключи и попросила присматривать за домом. С тяжелым сердцем бабушка отправилась в путь. Младшую сестру Галины Петровны Варвару в родном селе знали все. Женщина зарабатывала на жизнь предсказаниями и гаданием. Варвара с тревогой выслушала старшую сестру. Она уже поняла, что Галина прогневала высшие силы. Нужно было понять, когда и как. Галину долго упрашивать не пришлось. Пока сестра говорила, Варвара приготовила ей отвар из специальных трав. Галина Петровна без лишних вопросов согласилась выпить зелье, необходимое для обряда Варвары. Как только чашка опустела, женщина погрузилась в транс. Варвара провела все необходимые приготовления. Теперь она была готова погрузиться в воспоминания старшей сестры и докопаться до истины. Варошка ясно увидела сцену на кладбище, будто сама была там. Галина со слезами на глазах просила, чтобы Господь поскорее прибрал ее к себе. Но услышал ее не Господь, а иные, темные силы. Варвара объяснила Галине, к чему привела ее неосторожная просьба. Кладбищенский дух незримо шел за ней по пятам до самого дома. Галина умылась святой водой и окропила комнату, поэтому демон и не добрался до нее. А в сене она не вышла, холодно было, поэтому дух и проник туда, но не смог пройти дальше, что его очень разозлило. Но участковый принес замогильную грязь из сеней в комнату, и теперь дух сможет свободно разгуливать по всему дому. Единственное, что может его остановить, вымыть весь пол в доме святой водой. Варвара предложила сестре пожить недельку-другую у нее, а потом смело отправляться домой и впредь быть осторожней в своих желаниях. Дело в том, что она попросила в поминальные дни все наши родственники, все наши дорогие покойники, они сидят на могилочках и нас ждут, чтобы с нами что-то выпить, закусить и послушать же нас, как у нас дела, потому что они же без нас очень сильно скучают. И когда, конечно, родственник приходит на могилочку и начинает рассказывать, как ему плохо, как он устал, как у него вообще все очень-очень гнусно, и он хочет обратно к своей семье туда, то что может сделать горячо любящий, умерший родственник? Помочь своему ныне живущему временно. То бишь принять все меры, поднять, можно сказать, всех своих тамошних заупокойных друзей, ну, как бы забрать своего родственника к себе, чтобы в гости. Это было бы хорошо, чтобы люди контролировали, что они себе желают, пишут и говорят. Очень часто можно услышать от
ворожек, тебе пороблено, тебе проклято, да, но при этом не забывают сказать, что на самом деле проклятие – это всего лишь программа, которую человек сам себе ставит. Да, очень легко проклясть себя, говоря, я никогда не смогу, или я хочу умереть вместе с ним. Человек забывает о своих словах, но подсознание помнит. И в этот момент с ним начинают происходить самые разные вещи. Он наступается, идет на красный свет, он делает все, чтобы выполнить и перевыполнить данную программу. У Галины Петровны этот демон смерти, который находится внутри ее, да, от которого невозможно убежать, этот инстинкт смерти, становится спроецированным наружу. Но это тень, которую она видит, да, ей там где-то были видения по поводу этого демона и так далее. Вот. И понятно, страх реализуется в страхе грязи, которая принесена с кладбища, что теперь она беззащитна от этой грязи. Она как будто переживает этот острый кризис, который у нее начался сначала на кладбище, да, потом продолжается у нее дома, ночью в том числе. Вот. И этот кризис одновременно большая опасность, потому что от страха можно в том числе и умереть. Да, говорят, у страха глаза велики. Но это кризис, это еще и возможность по-другому отнестись к смерти. Галина Петровна осталась погостить у сестры. Женщина успокоилась, но возвращаться в родное село пока не собиралась. Варвара была радушной хозяйкой, да и не виделись они давненько. Спустя неделю Галине позвонила соседка. Едва раздался звонок, женщина сразу почувствовала неладное. После разговора с Тамарой у Галины опять стало неспокойно на душе. Она понимала, что надо бы вернуться, но ей было страшно даже представить еще одну встречу с демоном кладбища. Соседка рассказала подруге, что в ее доме происходят странные вещи. Прошлым вечером она услышала шум и грохот, доносящийся с ее двора. Тамара наспех оделась, побежала посмотреть, мало ли, может, воры забрались. И увидела такое, словами не описать, чертовщина какая-то. Весь дом ходуном ходил, как в фильме ужасов. И кто-то все шаркал, шаркал. Неужто бесы вселились? Сколько лет жила на свете Тамара, а такой свистопляски отродясь не видала. Умершие приходили, покойники приходили, на которых святая вода не действует, молитвы тоже не действуют, то есть ей нужно в срочном порядке идти обратно на кладбище, выставлять все эти откупы-закупы и просить, говорить, извините, пожалуйста, как мне есть плохо, но я хочу остаться здесь и мучиться дальше, пожалуйста, помогите. Галина все гнала от себя дурные мысли прочь, но забыть о разговоре с подругой никак не получалось. Что-то тревожно ей за нее было. Вдруг еще что случилось? Через несколько дней соседка снова позвонила. Тамара была так напугана, что и говорить толком не могла. Просила, умоляла Галину приехать. Вчера вечером в ее доме опять творилось черт знает что. Женщина попыталась успокоить соседку и пообещала вернуться домой первым автобусом. Варвара услышала часть разговора сестры и попросила рассказать подробности. Ворожка посоветовала ей возвращаться домой как можно скорее и разобраться во всем самой. Главное – не забыть святую воду. Галина стала спешно собираться в дорогу. Что бы ни говорила Варвара, женщине было очень боязно возвращаться в родной дом. Наспех сложив свой скарб в дорожную сумку, Галина Петровна еще раз оглядела всю комнату. Вроде бы все собрала, но все-таки кое-что она забыла. Жизнь показывает, что очень часто какие-то ведьмы, какие-то оккультисты, колдуны прикрываются какими-то священными предметами – Библией, крестом, иконой, святой водой. Когда они сами этим пользуются и предлагают другим,
Таким образом, они осуществляют некое кощунство. А это демонам и нужно. Кощунство над святыней. К обеду Галина Петровна уже стучалась в калитку Тамары. Женщина долго звала соседку через забор, но она все не открывала. Оказывается, Тамара уже неделю как умерла. От разрыва сердца. Ее тело нашли на кладбище. Галина растерялась. А с кем же она тогда разговаривала по телефону? Женщина в панике позвонила участковому и объяснила. С утра ей кто-то звонил и представился Тамарой и срочно просил вернуться обратно домой. Участковый насторожился и попросил Галину Петровну в дом до его прибытия не заходить. Но женщина не обратила внимания на последние слова участкового. В ее голове крутилась только одна мысль – собрать поскорее вещи и уехать из села навсегда. Боязливо озираясь по сторонам, Галина Петровна переступила порог своего дома. Она и не подозревала, что сама пришла в лапы демона. Ловушка уже закрылась. Женщина рассеянно собирала вещи и все думала о соседке. Да что же это такое творится? Неужто демон тот Тамару вместо нее прибрал, пока она за домом следила, а теперь и ее обратно заманил? Вдруг за окном резко потемнело. Кажется, начиналась гроза. Когда она зашла в свой дом, она начала бороться со своей готовностью на кладбище остаться на кладбище. То есть, когда она произнесла о своей готовности умереть, на самом деле она не хотела умирать. Она не собиралась оставаться там же. И поэтому она боролась со своими страхами, что с ней может произойти то же самое. Мы часто из вежливости или не из вежливости произносим фразы, которые разрушают нашу жизнь, жизнь наших детей. Очень часто человек, боясь сглазить что-то, желает себе плохого. К сожалению, оно начинает исполняться. И вот тогда приходит страх. Вскоре участковый добрался до дома Галины Петровны. Странно, калитка была не заперта. Но хозяйки нигде не было видно. Галина тем временем совсем перепугалась. Она нутром почуяла нечистую силу у себя за спиной. Закрыв дверь в комнату, женщина судорожно начала искать флакончик со святой водой у себя в сумке. Надо было быстрее вымыть пол. Господи, да что же это такое? Галина Петровна вспомнила, что в попыхах, собирая вещи у сестры, она забыла святую воду. Участковый стучал в дверь, в окно, но женщина ничего не слышала. Она пыталась придумать, как выбраться живой из своего проклятого дома. Галина собрала все, что было освященного в ее жилище. Авось что-нибудь да поможет. Участковый продолжал стучать, но хозяйка по-прежнему ничего не слышала. Она готовилась к встрече с демоном. В эту минуту у ее сестры Варвары ёкнуло сердце. Она почувствовала животный страх за свою родственницу. Набрала ее номер. Абонент был недоступен. Пока Галина зажигала церковные свечи, тень демона уже появилась за дверью. Женщина понимала, сейчас все решится. Или он ее, или она его. Сдаваться без боя бабушка не собиралась. Она хотела жить. Галина вспомнила, что у нее еще осталось немного святой воды. Пол этим не вымоешь, но есть и другой вариант. Опасный, но выбирать было не из чего.
женщина была готова к встрече с духом лицом к лицу. Галина беззвучно шептала молитвы перед иконой, но кладбищенский демон уже ждал ее. Неподдельный ужас обуял Галину, но желание выжить было сильнее страха. Галина плюнула в лицо нечисти, оставшейся святой водой. Женщина очнулась на полу. Она была еще жива. Значит, она победила, и демон больше не вернется. За окном светило солнце, было так тихо и спокойно. С трудом поднявшись с пола, Галина Петровна вышла на свежий воздух. Сил совсем не было. Она столько пережила за последнее время. И ничего, что посидела за одну ночь. Это ли не счастье? Главное, она осталась жива. Каждому из нас однажды придется покинуть этот мир. Но Галина теперь точно знала. Ее время еще не пришло. Ее не могут отпустить. Ее сестра ей попыталась помочь с точки зрения, ну, как бы той науки, которую представляет она. Но, к сожалению, вот эти все как бы методы, они только дают отсрочку. Да, не могут добраться. Они, ну, как бы она окружает себя, грубо говоря, какой-то определенной стеной. Ровно 28 дней цикл Луны, и стена эта порушится. А они же ее ждут. Они же вокруг этой стены ходят. Ну хорошо, она будет сидеть в осажденной крепости, грубо говоря. А ей надо врагов убрать. Цените каждую секунду своей жизни и обращайте внимание на слова, которые вы произносите. Ведь высшие силы слышат вас всегда. Это были мистические истории. Берегите себя. А я, Виктор Вержбицкий, прощаюсь с вами до следующей встречи на канале ТВ-3.